Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Это Бертольд Африканцев. И это снова урок по редактору уровней. Недавно мне задали один вопрос. И обнаружилось, что урока по теме этого вопроса у меня нету. Поэтому я решил восполнить этот пробел и записать урок на эту тему. А тема такая: интеграция триггеров в TrackView анимации, созданной в редакторе уровней. Итак, давайте посмотрим, что это такое. Я нахожусь на тестовой карте, где у меня есть зона, привязанная к триггеру. Я хочу, чтобы у меня здесь появился анимационный трек. Для этого мне нужно выбрать какой-нибудь объект из папки Simple Entity. Я выберу вот такой вот ящик. Я хочу, чтобы он у меня поехал вот так вот слева направо. Window, Show Track View. Создаю новую анимацию, называю Box. Добавляю в нее этот ящик. Пусть анимация длится 20 секунд. Ставлю ключ в начале трека. Ну и вот так вот протягиваю ящик. Смотрим, что получилось. Ящик едет слева направо. Все замечательно. Теперь я поставлю три вот таких вот топливных бака. Я хочу, чтобы когда ящик проедет 5 секунд, взорвался вот этот топливный бак. На 12 секунде пусть взорвется вот этот топливный бак. А на последней секунде, то есть в самом конце трека, я хочу, чтобы взорвался вот этот топливный бак. Для этого я выбираю Multiple Trigger. Ну, их мне нужно 3. Баков 3. Multiple Trigger'ов тоже мне нужно 3. Теперь выбираю первый Multiple Trigger и добавляю его TrackView. Жму правой кнопкой мыши вот сюда на Multiple Trigger 1, Add Track, Event, и ставлю ключ на 5 секунде в полоске Event. Жму на ключ правой кнопкой мыши и здесь выбираю Input Trigger. То же самое проделываю с остальными двумя Multiple Trigger'ами, только здесь у второго я добавляю ключ на 12 секунде,
выбираю input trigger, а у третьего multiple триггера в конце трека. Вот сюда ставлю ключ. Так, не добавил event at track, event input trigger. Ну и теперь назначаю события. Значит, выбираю первый multiple trigger, on output trigger pick new на первый баг explode. Второй multiple trigger то же самое, второй баг explode. Ну и третий. Explode. Теперь нужен скрипт, который запустит анимацию. Он у меня уже есть. Вот так вот он выглядит. Если кто не знает, как создаются скрипты, смотрите мои уроки о скриптах. Я хочу, чтобы анимация запустилась по входу в эту зону. Я выбираю Area Trigger, on Enter, и выбираю миссию, которая запустит анимацию. Ну и давайте теперь посмотрим, как все это заработает. Вошел я в игру и вхожу в зону. Ящик поехал. И на 5-й секунде взрывается первый баг. Ящик едет дальше. На 12-й секунде взрывается второй баг. Ящик доехал до конца. И взорвался третий баг. Друзья, это был всего лишь пример того, как можно вставлять триггеры в анимационные треки. Если вам нужно, например, сделать так, чтобы по окончанию анимации был переход на следующий уровень, просто ставите multiple trigger вот сюда, в самый конец трека. Ну и дальше вы уже знаете, что делать. И еще один момент. Если вы экспортировали ваш уровень в игру, но в игре у вас ничего не работает, то ничего страшного в этом нету. Зайдите еще раз в редактор уровней, еще раз экспортните ваш уровень в игру. Просто бывает такое частенько, что с первого раза это все не экспортируется. Нужно экспортировать два раза. Итак, друзья, урок закончен. Я надеюсь, он был вам полезен. Играйте в компьютерные игры, создавайте свои уровни для Far Cry и будьте здоровы. С вами был Бертольд Африканцев. До новых встреч!